Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну что же, друзья, добро пожаловать! Так, с чего хочется начать? Да хочется начать с многого. Собственно, обратите внимание, города в Space Engine. Ну как вам такое? Человечество сделало реально такой огромный шаг во Вселенную? Посмотрите, здания, города и прочее. В этом ролике ты много чего увидишь. И скажу так, друзья. В общем, это мод, который есть в мастерской. Мод называется, по-моему, Structures of Biomes, как-то так. Ну, в общем, короче говоря, ссылочка на мод будет в описании под роликом. Так, давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Я скажу так, что любители Space Engine давно ждали и, наверное, не дождутся, когда сами разработчики внесут какие-нибудь, не знаю, на планеты здания, структуры, биомы, еще что-нибудь, какую-то инфраструктуру. Поэтому все приходится делать самим любителям данного симулятора. У кого руки растут с того места, да. Кто занимается различными программами. И, собственно, вот, да. Я скажу так, что данный мод очень даже прекрасно вписывается в систему Space Engine. Ну, знаете, какое-то разнообразие для геймплея. Ты теперь понимаешь, садясь на какую-нибудь планету, ты можешь поставить любой биом, здание, не знаю. И это как-то скрашивает все недостатки на планетах, на пустых планетах, даже планеты с жизнью, когда ты находишь. Собственно, давайте рассмотрим данный мод. Я нашел планету где-то в 10 световых годах от нашей планеты Земля, от нашей Солнечной системы. Планета холодная, криогенная пустыня. Здесь минус 273 градуса, по-моему. Метановые озера и реки. Очень достаточно холодно. Планета с кольцами. И я так уже поставил сюда несколько зданий. Мод, конечно, чуть-чуть работает кривовато, но не то чтобы он не работает или еще что-то, нет. Вернее, даже выражусь так. Здание ставится криво, но мы могли это где-то видеть уже в каких-то, наверное, других модах, да, скажем так. Но, собственно, здание и все прочее очень детализировано. Давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим здание. И, кстати говоря, FPS при этом, при том, когда вы устанавливаете какие-то здания, ставите их на поверхность планеты, FPS вроде не падает, игра не тормозит. И мне это нравится. Так. Все, можно сказать, грубо в 3D, наверное, да? Нет, в 2D, но не знаю. В общем, пишите в комментариях, но это очень оживило, по крайней мере, сейчас ту планету, на которой я есть, и оживило Space Engine. Кстати говоря, если вы думаете, что можно так вот просто любоваться вот такими видами, да, на здание где-нибудь со стороны, нет. Мы можем попасть прямо-таки под купол и оттуда, представляете, рассмотреть прекрасные какие-нибудь виды с планеты. Давайте. Так. Здесь пустота, но вот есть один большой купол под названием... Давайте я вообще вам сразу покажу, что это за мод такой. Этер Бибус Хангар он называется. EBH Structures. И здесь вот есть 10 различных модов на города. Мега-сити. Вот это самое классное. Мега-сити. Сейчас, где-то у меня этот купол уже стоит. Давайте, наверное... Блин, посмотрите, как я вон тот мотор разместил. Вообще невероятно. Так, в метановых озерах, реках... В метановом, наверное, океане утонуло это здание. Посмотрите, невероятно, да? Согласись, это классно выглядит. Так, мне бы убрать статистику, отлично. Смотрите, насколько все здесь проработано. Какие-то вертолетные площадки, зарисовки. Можно, кстати, попробовать потом на Марсе
поставить данные купола и представить, что Илон Маск, человечеству удалось колонизировать Марс. Здесь все так быстро, конечно, ты не сможешь рассмотреть. Еще бы было бы классно, конечно, вот эти все огни на крышах зданий, они светятся, да, постоянно и ночью. Было бы классно, если бы еще бы в зданиях свет загорался, более бы оживило, наверное, как-то, наверное, эти города. Даже какой-то собственный стадион, площадка, я не знаю, что это. Тут даже есть деревья, посмотрите. Да, это, собственно, все в 2D как-то сделано, статично, но мне это нравится. Мне это нравится, честно. Я надеюсь, скоро руки дойдут у мододелов до того, когда можно будет размещать здесь людей, и они будут ходить, NPC и все прочее. Смотрите, классно, да? Невероятно, здорово. Кстати, мы можем... Где-то есть такие интересные здания, мы можем встать на балкон. Я не знаю, в зданиях, по-моему, нету никакого интерьера. Ну, давайте посмотрим. Можно вот отсюда потом стоять на этом балконе, смотреть на мегаполис и посмотреть красивые виды на планету через купол громадный. Да, интерьера как такового нету. Но было бы здорово, если бы это было бы сделано. Знаете, размещение в комнатах, кровати, диваны, все прочее, короче говоря. Так. Давайте сейчас найдем примерно какой-нибудь такой вид, чтобы посмотреть на ночной город, на ночной мегаполис. Вот отсюда, я думаю, здесь отличный будет вид, вписывается хорошо. Так. Метановое озеро огромное. Ну, ускоряем время. Солнечные сутки, по-моему, равны нашим на планете Земля. Так, скорость еще чуть быстрее. Отсюда, кстати, можно посмотреть сейчас еще и на закат звезды. Представляете, вы стоите на чужой планете. Да, виды теперь можно открывать для себя просто невероятные, фантастические. Свет огней есть, как я и говорил, но вот было бы классно бы сделано, если бы все-таки в окнах тоже при смене времени суток загорался свет. Оживило бы больше. Ну, кстати, горят какие-то вывески. У планеты есть кольца. Сейчас мы посмотрим на кольца создания. Так. Примерно вот так. Вам должно быть видно. Здорово, да, согласись? Чуть промотаем время. Надо все-таки, знаете, какие-нибудь виды здания размещать, и чтобы видеть просто потрясающие виды рядом с каким-нибудь газовым гигантом. Две луны. Давайте посмотрим примерно вот отсюда на город. Из-под купола. Зданий достаточно много разных, вы можете сами установить этот мод и посмотреть каждую деталь. Но я скажу так, что сил и трудов здесь очень много вложено. Если вы думаете, что вот просто вот так сделать такие модельки, это так легко, мне кажется, что нет. Мне как-то писал один человек, который делал какие-то здания специально для того, чтобы размещать их на Марсе, посвятить теме колонизации, и у него, по-моему, на пару моделей ушло там, я не знаю, месяца два, наверное.
Связь я с ним, к сожалению, потерял. Я не знаю, доделал ли этот человек моды. Так. Мегаполис. Утонул он у нас. Ладно. Давайте... Вот здесь сейчас мы где-нибудь вот тут разместим. Достаточно размещаются они тоже интересно. Вам надо брать огромное расстояние, чтобы их размещать. Они где-то в километре ставятся. Поэтому держите примерно расстояние. Мега-Сити 3. Построим. О, это, по-моему, что-то новый какой-то купол. Я его не видел. Ого, ого. Посмотрите. Какие-то заводы, фабрики. Сколько здесь жилых зданий различных, разных моделей, просто невероятно. Это, наверное, купол выхода, наверное, за пределы биома, не знаю. Так, биодома, как его правильно назвать? Сколько у нас мегаполисов? Подождите. Три мегаполиса. Это, наверное, самое, на мой взгляд, такое интересное, что можно рассмотреть. Остальное... остальные здания, они открытого типа. Это, наверное, знаете, на живых планетах больше ставить. Невероятно. Смотрите, какая-то здесь... блин, парк у них, что ли? А это стадионы, это явно стадионы, да. А вот здесь есть какая-то своя подсветка. Блин, невероятно, как же это круто смотрится. Было бы еще бы классно, наверное, чтобы устанавливать по отдельности здания, но... Это бы заняло кучу времени. Представляете, у вас в списке зданий 500 различных, и вам это все надо на огромной площади раскидать. Лучше поставить, да, вот так вот куполы. Невероятно круто. Что это за здание? Стойте. Давайте вот здесь вот наверху постоим. Посмотрим отсюда смену дня и ночи. Ну вот, кстати, здесь я смотрю больше как-то... Оживлены здания, на них достаточно больше света в окнах. Различные неоновые вывески, все светится классно. Так, отлично. Давайте сейчас, наверное, попробуем... Найти какую-нибудь другую планету. Просто рандомно я сейчас нажму на нее. О, посмотрите, как, кстати, отсюда видны эти купола. Расстояние у нас 200 километров. Это, да, это огромные мегаполисы. Их прямо-таки видно с космоса. Здорово. Представляете, всю планету закидать зданиями. Еще добавить растительности. Я не знаю, конечно, как будет... Себя чувствовать ваш ПК. Что будет с ФПС? Так, число планет 9. Так, сейчас подождите. Можно найти какой-нибудь газовый гигант. Найти Луну. Так, во, отлично. Супер. Вот здесь можно какой-нибудь мегаполис поставить, но поставить его так, чтобы нам видно было газовый гигант. Так. Ну, я думаю, да, вот здесь будет нормально.
А теперь разместим здание. Мега-сити. Примерно так. Я не знаю, как надо камеру настроить, чтобы купола ставились ровно. Мне кажется, это частый такой вот баг с модами, со зданиями. Ох, вот здесь вот откроется вообще впечатляющий просто пейзаж, я честно скажу. Давайте посмотрим. Прямо с улицы. Вот так. На газовый гигант. Невероятно. Ну что же, давайте ускорим время. Посмотрим, как это все будет выглядеть ночью. Да, все-таки мод с третьим, наверное, Мега-Сити, он лучше работает, красочнее, сочнее. Более оживленный мегаполис. Классно, невероятно. Как такое возможно вообще, я не представляю себе. Это что-то с чем-то, блин. Хотел бы ты так, стоя на планете Земля, видеть такие впечатляющие виды? Я бы, да. Так, ну давайте, наверное, рассмотрим еще там пару городов, которых я не смотрел, я не ставил эти купола, по-моему. Так, Сити 3 и, наверное, Сити 4. Да, я их, по-моему, не рассматривал. Как я говорил, это города открытого типа, знаете, наверное, все-таки на планете их больше размещать, где есть атмосфера. Города открытого типа, должен быть кислород, люди здесь просто не смогут выжить, это, ну, логично. Так, давайте сейчас Outpost посмотрим. Это, наверное, да, скорее всего, какие-то фабрики, заводы или еще что-либо, я не знаю. Наверное, какие-нибудь заводы по переработке углекислого газа в кислород для терраформирования планет, я не знаю. Либо добыча чего-либо. Ну, я скажу, что этот мод, это самое, наверное, топовое на здание, то, чего давно вообще очень не хватало, честно скажу. Это очень оживило Space Engine, мне кажется. Ссылочка в описании на Steam-мастерскую данного мода. Кому интересно, подписываемся. И обязательно пальчик вверх его разработчику. Ну и, собственно, пальчик вверх под роликом нашего канала и подписывайся. Ну что же, надеюсь, вам этот ролик понравился. Всем до новых встреч, новых открытий. Помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. До новых встреч, пока.